красивая музыка. Всем привет! Сегодня смотрю игру «Старый город Левиафан». Описание крайне скудное было, то есть идея такая, что человек якобы заточен где-то в старом городе и... то ли изучает что-то, то ли город его что-то пытается там сообщить из-за истории. В общем, сюжет пока непонятен, но посмотрел скриншоты, и вот сейчас слушаю музыку, атмосфера нравится. Хочу присмотреться поближе. Потому что спокойные игры такие очень люблю. Ты собираешься заселить сломленный рассудок, но все, что ты увидишь или услышишь, заслуживает доверия. Не все, что ты услышишь и увидишь, заслуживает доверия. То есть у нас с головой... не все в порядке. Старый город. Первая глава меня. И снова здравствуй. Полагаю, пришло время поговорить, несмотря на то, что это нежелательно. Я думаю, к тебе слегка привязался, мы разделили великую пустоту, я чувствую твое чрево, подходящий посредник непознанной высшей власти. Так, то есть введения не будет. Курсора тоже нет. Я не очень понимаю, какие вещи активные, какие нет. Ага, читать прямо отсюда, видимо. 31 января. Я часто удивляюсь, как много раз я просыпался и говорил тебе привет. Тысячи, если сотни, если не тысячи дней прошли, ни всякого сомнения. Я не могу поверить, что ты не показывал ему меня. Соломон, мой дорогой Соломон, да, я встречался с ним недалеко от южной стороны этого обиталища. Мы прекрасно поговорили, я не хочу, чтобы ты чувствовал себя обманутым, видимо. Дружба между нами... никогда не была препятствием для моей дружбы с тем, с кем они разговаривали. И так как ты удалился от меня после встречи с женщиной по имени Белли. Бедный друг был не способен удалить ее из своего разума. Так что считай, короче, что это какой-то давно забытый друг. Я рад, что я никогда тебя не потеряю, Левиафан. Наши отношения особенные.
Ну, пойдем прогуляемся, пока что-нибудь не встретим, за что можно ухватиться. Сделано все на Unreal Engine. Пока сделано красиво. Видимо, для освещения топлива горит глаз. Осторожно, ступеньки. Так, желтая линия, надо запомнить. Никто с нами не разговаривает, ничего нам в руки не дают. Грибы не собираются. Ты хочешь, чтобы я здесь остался? Вопрос странный, если не оскорбительный, но я должен его задать. Ты выглядишь несколько отстраненным в последнее время. Надпись на стене «Следуй за водой». Перепрыгнуть я не могу. Ё-моё, это чё там такое? Чесоточный клещ переросток. Чтобы не утруждать голову фантазиями, очень часто создатели игр просто берут маленьких насекомых, увеличивают их. Получаются очень жуткие чудовища. Ну вот, столько вещей, это просто посмотреть, это никак нельзя использовать. ВДшка стоит, щетка. Так, источник воды. Почему-то воды особо там не вижу. Молоток-то надо взять. Я понимаю, что я здесь живу, но с молотком жить-то спокойнее. Так, клавиатура WASD, использовать E. Вот и все. Что можно делать? Так, и сейчас я упаду, разобьюсь, или как-то можно лестницу использовать? Вот эти светящиеся штучки очень не нравятся. Нужно признать, и прошу не обижайся, твои внутренние органы иногда пугают меня. Даже в полной безопасности чрева меня окружают места, подобные этому, которые я знать не желаю. Это он разговаривает с городом. То есть вот со всем окружением. Или у меня настолько поехавшая. Психика. Или город ему отвечает. Ну, в принципе, если мы здесь одни и давно, очень
Объяснимо. Интересно, смогли бы обитатели собраться в кучу, как крысы, если бы действительно осознали истинную ценность изоляции? Все их убогие мелкие войны и нелепые предположения о превосходстве друг друга над другом были смыты, если бы им пришлось бродить по своим лабиринтам. Допускаю, они никогда не смогли бы понять важность личности, мания величия и справедливость гильдии, порядка даже непостижимым слишком сильна. Нет никакого смысла пытаться завязать диалог. Так, по-моему, лучше было ставить английские субтитры. Так, вот здесь ползало это насекомое. Я не хочу повстречать его еще раз. То есть я как понял, герой добровольно тут заточился. Якобы для прокачки личной силы. Ну, бардак воссоздан знатно. И вообще антураж такой хорошо сделан. Смысла пока особого не вижу. Синий приют на то, что не могут сожрать, видимо. Пролезть я так не могу. Хотел по трубе и на ту сторону. Через бортики я не перелазил. Масштабы гигантские. В детстве, прежде чем многое осталось позади, мои родители нередко переезжали с места на место. Разумеется, переезд не носил постоянный характер, но был частым. Если честно, я любил его за новизну. Мне нравилось ощущать себя скульптурой, которая то и дело добавляет глину художник, готовый в любой момент отсечь лишнее, постоянно придавая иную форму моей психике. С каждым последующим переездом в злополучные утренние часы сборов сумок передо мной становилось все меньше. Ничего не нажимается. Старый город. Это, видимо, как я прошел. Пока просто хожу по коридорам и сам с собой разговариваю. Мрачненько. Мой отец показал мне на небесах
This flies. Зис какой-то летает. Его крылья были как облака. И он заслонял ими небо. Детские стишки какие-то. Пока бегемот гуляет по этой пустыне. Дюны, короче, не плодоносят. А, дюны продвигаются. И нет следа ростков. Стежки про Левиафана. Он с удивлением спросил, знаешь ли ты, где находишься? Я действительно не знал. Все, что я мог видеть, это голубизну. Я сказал ему вполне определенно, что неважно. Главное, что я здесь, и я с тобой. Что за такое? Пока напоминаю поображение где-нибудь. Мне здесь, говорит, не место. Тогда побежали. Куда она нас телепортнула? О, это кто там? Деревянные фигуры, по-моему. Ощущение, что мы по больной психике этого гражданина прогуливаемся. Здравствуйте. Какие-то зафиксированные события из прошлого. Пожалуйста, я не могу так глубоко плавать. Выпусти меня, прошу. Народ! Тут вроде домик стоял. Мы не можем. Надпись. Может быть, она и была. Короче, мудрость с древних придет с новым пальтом, уничтожив. Короче, все прежнее и отсталое. В самом деле.
Давр, не знаю, что такое. Бежит по красному. Или гонит. Атмосфера офигенная. Смысл непонятен. Ручки дергать тоже не получается. Карту пока не могу соотнести с тем, что я вижу вокруг. На ящики не могу забраться, хоть и подпрыгиваю. А, я по трубе бы и не прошел, она привинчена к верхней балке. Пока непонятно, бродить по канализации и натыкаться на свои воспоминания. Причем неприятные. Следуй за водой, это внутрь, вниз туда. Спуска-то нету. Я люблю, конечно, бродилки, но это какой-то экстремальный вариант. Так, источник воды туда. Комната 13. Сюда. Ё-моё. Никто не говорил, что это ужасы. Ёлки-палки. Заметка Соломона разблокирована. Would you be angry with me if I Ты removed рассердилась бы на меня, если бы я not избавился от его exactly a работы. fan. Я небольшой ее любитель. Before I assumed Причем this взял portion of во your владение stomach, эту часть he твоего existed живота, as a он parasite, существовал словно eating away паразит, at your поедающий твою flesh плоть, before making his до того, escape. как сбежал. I'm told that he refused Мне to говорят, accept что the он отказывался sustenance you принимать call life питание, from the которое ты брала outside. извне. Другие говорят, Some что он say сошел с ума, he went пытаясь выжить за счет insane нечистой воды. after attempting to live Бедный off of the глупец. unclean water. Poor fool. Так, 27 января, запись номер 4. Сегодня я решил использовать разную тактику, чем я, другую тактику, отличную от той, которую использовал ранее. Вместо того, чтобы тащить балку, видимо, я решил использовать ум.
И как все гномы, мы беспокоимся об снабжении старого города водой. Понятно, что все хранилище сейчас пусто. Звуки какие-то, блин, на заднем плане. И, короче, удерживает меня от каких-то там дальнейших действий до улучшения финансовой ситуации. До тех пор, пока эта ситуация сохраняется, не будешь ли тогда к любезе, не найдешь ли новый источник? Возможно, я единственная надежда. Буду стараться сильней. Прошла неделя с момента предыдущей записи. Я испытал все, что смог. Эти люди, ну, неисправимые. Я привел все доводы, но не преуспел. Они лучше будут пить зараженную воду Олд Сити, чем найдут фонтан, ну, видимо, чистой воды. Я не знаю, как долго я смогу переносить это. Каждый раз, когда я, ну, придумываю повод, чтобы избежать это подземное чистилище или способ покинуть это подземное чистилище, оно становится для меня становится очевидно, насколько мне лично нужно выбраться отсюда. И каждый раз они отказывают мне. Это становится все более очевидно и безнадежно. Становится все более очевидно, насколько безнадежна ситуация. То есть он пытался отсюда сбежать, но кто-то его не пускал. Так, это приключение новое для меня, но я думаю, другой бы на моем месте написал открытие. Открытие. Ну, по крайней мере, не то, что я уже прочитал. Так почему же я удивлен? Почему другие вообще не помню. То есть, почему другие уделяют так много внимания? Короче, ходят здесь, бесцельно бродят и делают вид, что стены с ними разговаривают. Не имеет значения. Стены не слышат моих стенаний. Так же, как не слышат и твоих, кто бы ты ни был. Ну, тот, кто читает эти строки. Я встретил Ордер Кэмп, то есть лагерь каких-то законников, недалеко от спуска в метро. Всегда интересно, как они, ну, поживают и другие здесь внизу. И как они вообще видят наше совместное существование. Я предположил, что на чужом газоне трава всегда зеленей.
Если я смогу спланировать какие-нибудь скоординированные усилия, чтобы выбраться на поверхность, я думаю, мы сможем путешествовать намного быстрее, ну, чем, видимо, по канализации. Все, что нам нужно, это жесткую систему и взаимодействие. То есть, я так понял, город развалился, и под... вот так же мы тут не один бродим, тут народу еще валом. Когда я возвращался, я был заблокирован или пойман Минотавром. Управляющим модернити, современностью, видимо, тоже какое-то общество. Я предположил, что его титул гарантирует, по крайней мере, по крайней мере, что я подумал, что он, по крайней мере, управляет какими-то, ну, перевозками здесь. Но, видимо, это не тот случай. Тем не менее, он не отклонили мои предложения. Но, видимо, он это другое общество, вот это сообщество. Современности тоже предложил им какие-то взаимодействия, они от них отказались и вообще дистанцировались всячески. Иногда я чувствую, насколько сильно это сообщество напоминает мне сообщество кроликов Капримонтс, которое было полностью уничтожено. Практически полностью уничтожено, но наша текущая популяция короче, смирилась со своим собственным существованием и не собирается заниматься, видимо, ну, борьбой. То есть человек пытался выбраться, как-то организовать взаимодействие, но ничего не получилось. Взаимодействие, чтобы выйти наружу. Выход. Ну да, знаем ваши выходы. Опять будете в глаза фонариком светить. То есть, по крайней мере, это, видимо, не наши персональные глюки, не только. Но хотя в жизни под землей одно другому не мешает. То есть здесь могут быть и другие люди находиться. И крыша у нас может поехать. Не курить, не курю. Лифт. Меньше всего в этом заведении. Могу я подняться к твоим легким, почувствовать твое дыхание? Думаю, мне будет приятно. Это значит на пятый этаж. По-моему, кнопку сама нажала. Игра. Глава вторая их.
которая была меня. Ну, давайте уже посмотрим в следующий раз. Для первого раза захода достаточно, как-то она аж затормозила все мыслительные процессы. Спасибо, что посмотрели. Наверное, я, по крайней мере, еще одну главу пройду, пока не особо захватывающий геймплей, но что-то вот подкупает, насколько антураж сделан хорошо. Очень все симпатично и как-то реалистично. Извиняюсь за кривой перевод, иногда, ну, одно-два слова незнакомых, и уже тяжело восстановить. Иногда проскакивает, а иногда в них заключен вот ключевой смысл, и не могу сообразить. О чем говорит иностранец? В общем, до следующего раза я обязательно пройду дальше. А вы смотрите сами, если интересно. Есть к этой игре русификаторы, я просто не стал их ставить. И здесь смысла особого нет, потому что я думаю, что вот те вещи, которые я читал, допустим, на стенах, они тоже никак не русифицированы. Потому что если их нет в оригинальной озвучке, вряд ли их озвучили в переводе. Потому что в игре нет триггеров, которые срабатывают при приближении. И нет даже субтитров. То есть все равно, если будете играть, то придется самому читать на стенах и на столах все записки. Ну, можно положить рядом телефон или планшет, как бы, и читать со словарем. Спасибо, что посмотрели. Всего вам хорошего, удачи и пока.